Есть в нашей стране такой замечательный праздник – влюбленных и любящих. Тех, кто идет по жизни вместе, радуясь общим успехам и преодолевая житейские проблемы. И совсем не зря в России вот уже более 10 лет отмечается День семьи, любви и верности. Так много говорящий всем, кому дороги подлинные семейные ценности. В этот день очень часто вспоминают героев известной повести, памятника древнерусской литературы – Петра и Февронию Муромских, благоверных супругов, история жизни которых пережила века и до сих пор служит для многих примером любви, преодолевающей все препятствия и побеждающей время. В малом зале городского дома культуры, куда были приглашены семьи славянцев, в этот день звучали самые добрые слова, посвященные семейному празднику и его героям, нашим современникам. Только в семье действительно можно познать радость и счастье, разделить печали и невзгоды. Россия всегда славилась большими крепкими семьями. И пример ваших семей очень замечателен. Вы делаете для своих детей все для того, чтобы они выросли достойными людьми, порядочными, хорошими гражданами нашей страны. Ваши дети любимые и желанные. Они растут в атмосфере добра и взаимопонимания. Славянские артисты всех возрастов, где были и совсем юные исполнители, порадовали собравшихся своим искусством. Семьям славянцев в честь праздника были вручены благодарности и памятные подарки. Артисты городского дома культуры подарили им свои песни. Этот праздник отличается теплотой, и он близок и дорог многим славянцам. И какой бы век ни был на дворе, высокие нравственные идеалы, важные для каждой семьи, любовь, доверие и уважение будут сохраняться и передаваться будущим поколениям. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».